Good evening, 47. Прости, Джо в сделку не входил. Поклянись, что все, что ты сказал про цикад, правда. Зараза. Летя в гребаное небо, ты думал, что схватился гузовертлявую жопу. Закончи то, что начал. Наша жизнь прекрасна, брат. Вот бы она не менялась. И никогда не меняла нас. I'm getting too old for this nonsense. Вчерашний подсчет трупов закончился на крепкой тридцаточке. Спонсор десятки – неистихающие уличные войны в Хейвуде. Минус один коп. Так что все готовьтесь. Полиция по этому поводу не сделает ни хрена. А вот Санто-Доминго отрубило свет. Очевидно, нетранеры снова резвятся в электросети. В Уэстбруке травма-тим отскребает от асфальта жертв очередного киберпсиха. А Пасифика... Ну, Пасифика есть Пасифика. С вами, как всегда, был Стэн. Впереди новый день в городе мечты. Модуль электросцепления. Когда я приехал, ты сказал ничего серьезного. Я специально уточнил. Ну, значит, ошибся. Поищи другую мастерскую, где не спросят, зачем одинокий кочевник крутится у границы. Я дам, сколько договаривались. Не больше. За столько можешь брать инструмент и чинить сам. Окей. Отойди. Что? Ты хоть знаешь, что делать? Хочу обойти модуль и замкнуть провода. Компрессор будет молотить. Заглохнет еще. Твоего мнения не спрашивали. Ладно, проверим, что получилось. Ну, а я что тебе говорил? Нет, нет. Неплохо. Вопрос только, сколько выдержит? До Найт-Сити доеду, а там уж что-нибудь придумаю. Ну да. Ну вот, как два пальца. Это не ремонт, а халтура какая-то. Ты бы еще на жвачку все прилепил. Мне главное, чтобы работало. Я ищу человека по имени Джеки Уэллс. Может, вы его... Антенна на этой херне не слишком мощная. Особо много не услышишь. Да что ты говоришь? Здорово, Майк. Не знал, что у тебя клиенты. Он тут пару часов как. Я думал, он к тебе заезжал. Не принимай близко к сердцу. Сейчас решим вопрос. Тебе не говорили, что в городе первым делом надо показаться шерифу? Рассказать, зачем приехал, выпить с ним чашечку кофе. Не волнуйтесь, я надолго не задержусь. А я тебя разве об этом спрашивал? Меня зовут Эндрю Джонс. Слышал, наверное? Да нет, не случалось. Последнюю войну я служил в спецназе. Знаешь серебряных сёгунов? Нет, первый раз слышу. Кажется, мы не поладим, да? Ты
если что, из кочевников, я мог бы догадаться. Я так понял, вам что-то не нравится? Я тебе скажу, что мне не нравится. Меня воротит от таких бродяг, как ты. Где лагерь твоего клана? У меня нет ни клана, ни лагеря. Я здесь один. Ну да, конечно. Кочевники всегда держатся вместе. Моя семья распалась, поэтому я и еду в Найт-Сити. Значит, ты изгой даже среди изгоев. Надеюсь, ты не собирался тут поселиться навсегда? Я слышал, это место славится гостеприимством. Приятно было в этом убедиться. Мы очень гостеприимны. При условии, что гость умеет себя вести. Я по дороге видел передатчик и вышку. У меня сломалась антенна, а мне надо кое с кем связаться. Никто тебе экскурсии устраивать не будет. Вали, пока я добрый. Ты и так уже тут слишком долго торчишь, как по мне. Я же сказал, мне проблемы не нужны. Ну так и езжай отсюда, если не хочешь их найти. Привет. Прием! Прием! А, вот, наконец-то. Вилли Маккой, рад тебя слышать. А, не могу разделить твои радости. Почему это? Ты бросил клан. Я тебе больше не помощник. Не знал, что ты такой пугливый. Я принципиальный. Правила есть правила. Без них система работать не будет. Кочевники получают здесь работу, потому что это их земля. Если бы ты был с байкерами, проблем бы не возникло. Надо было присоединиться к змеиному народу, когда твой клан так решил. Змеиный народ может пойти нахуй. Мне нужна твоя помощь. Последний раз. А, опять последний раз? Мне надо понять, куда клиент уехал с моим товаром, а тут никакой связи. Окей. Скажи мне, ты вовремя приехал на место встречи? У меня сцепление накрылось. Я и досюда-то чудом доехал. Может, клиент оставил сообщение? Проверь, пожалуйста. Такс. Ладно, только это в последний раз. Как его звали? Джеки Уэллс. Есть сообщение. Он ждет тебя на ферме. Отправляю его координаты. Спасибо, Вилли. Я у тебя в долгу. Это точно. Смотри, не получи пулю. И не звони больше. Наконец-то! Я уж думал фермером заделаться. Ха. Надеюсь, ты меня ищешь? Это ты, Уэллс? Джеки, por favor. Я Ви. Тебе, кажется, надо перевезти какой-то груз? Там, откуда я родом, сначала рассказывают о себе, а потом говорят о деле. Традиция или вежливость.
Так ты человек с принципами? Принципы — полезная вещь, Каброн. У тебя могут забрать все, но их не заберут никогда. Ну ладно, тогда начнем с тебя. Я родился в Найт-Сити. За Хейвуд всех порву. Мне это ни о чем не говорит. Я не был в Найт-Сити. Представь себе место, где каждый твой брат, сестра или хотя бы двоюродный племянник. Да, понимаю. Вы можете друг другу не нравиться, но вы семья. Ага, вот это Хейвуд. Только у каждого при себе ствол. Теперь ты. Тогда, можно сказать, я тоже вроде как из Хейвуда. Ну что, тогда мы с тобой поладим. Наш товар. А что внутри? Меньше знаешь, крепче спишь. Поэтому лично я понятия не имею. Ты правда не знаешь, что мы везем? Это же краденый груз корпоратов. Прямо сразу и краденый. Один мужик потерял, другой нашел. И передал дальше, вот и все. Этот эффект бабочки, или как там его? И ты уверен, что груз не будут искать? Вопрос не в том, будут ли искать, а в том, найдут ли до того, как он пересечет границу. Ну, давай загружать. Ауэво. Я уж думал, ты не приедешь. Да, меня задержали. А потом пришлось еще тебя искать. Ясно. Я решил не торчать на виду. Местный шериф, похоже, редкостный мудила. Да уж. Тяжелый, сука. Ну так что, едем? А документы на этот ящик есть? Конечно, есть. Фиксер тебе ничего не сказал? Сказал. Просто решил уточнить. Слушай, друг, мы оба профессионалы. Скажи-ка, ты же это, раньше перевозил контрабанду? А ты что, нервничаешь? Я? Por favor. Ну, может, немного. Ничего. Нас просканируют и проверят бумаги. Окей. Говорить буду я. Направьте машину на контрольную полосу. Оставайтесь в машине. Сейчас начнется проверка безопасности. Зараза, чувствую какую-то подставу. Хватит, они сразу поймут, что ты на взводе. Возьми себя в руки, блядь. Ладно, ладно. Дай мне документы, они точно их попросят. Держи. Посмотрим. Тут отметка УПП. Отлично. А что это значит? Утеряно по прибытии. Такие метки ставят, если груз должен потеряться после пересечения границы. Так они знают про контрабанду? Нет, но сейчас узнают. Владелец машины на контрольной полосе вызывается для беседы. Чингада мадре. Что теперь? Спокойно. Это обычная процедура. Пока все идет по плану. Ну, раз ты в этом уверен, то окей. Если мы хотим, чтобы офицер закрыл глаза на поддельные документы, нужно его подмазать. Где у тебя чип с нашей взяткой? А, да. Из головы вылетело. Ага, вылетело, конечно.
Двигатель глушить не буду. На всякий случай. Окей. Осторожно! Садитесь. Бумаги? Все в порядке? Может быть. Посмотрим. Что перевозите? Там все есть. Прямо все? Ну, если что-то не так, вы скажите. Мы наверняка сможем договориться. Я еще ничего не сказал. Вопрос в том, должен ли я решить, что что-то не так. Вот, еще небольшое приложение к документам. А, вот как. Напомните, на какой кочевой клан вы работаете? У меня нет клана. Я работаю на себя. Смело и не слишком умно. Честное слово, смотрю я на таких, как вы, и радуюсь, что не сижу с той стороны стола. Идите. Ваш напарник ждет вас в автомобиле. Не забудьте забрать свои личные вещи. Осторожней с этой штукой. И добро пожаловать в Найт-Сити. Этим мелким говнюкам кажется, что Найт-Сити — это рай какой-то. Ну а как иначе? Они молодые, наивные. Мозгов у них в голове еще нет. Ну как все прошло? Сейчас расскажу. Отъедем подальше. Понял, ладно. Ну, говори уже, чего там у вас было? Да таможенник, козел, прицепился. А не должен был? Ну, не до такой степени. Думаешь, будут неприятности? Рули, Джеки, просто рули. Сюда кто-то едет. Как мне все это не нравится. Немедленно остановите машину. Жми на газ, Джеки! Окей. Вы перевозите украденный груз, который принадлежит корпорации. Повторяю, остановите машину. Твою ж мать!
Чуть за жопу не взяли! Перевезли груз, называется! Чингадо! Все должно было пройти гладко! Без проблем! Да что ты завелся? Всякое случается, хватит! То есть у тебя такое не в первый раз? Пограничная охрана донесла корпоратам, что мы везем их товар. То есть любой таможенник может нас отыметь, если его левая пятка захочет? Без последствий? Он рискнул. Предположил, что нас не поддерживает клан. И он был прав. Что дальше? Меня только одно интересует. Ты так и будешь ныть или доведешь дело до конца? Честно скажу, я без гроша. Заплатить мне тебе нечем. Сначала спихну эту корпоратскую поеботу, а потом уж раздам долги. А, я типа буду сидеть и терпеливо тебя ждать. Вообще-то я не собирался тебе платить. Я хотел смыться, как только мы перейдем границу. Но передумал. Спасибо за честность. Да, пожалуйста. Ну, и что теперь? Теперь посмотрим, что в ящике. Открывай. Твоему клиенту не понравится, что ящик открыт. Еще, не дай бог, сделку отменит. Дошел бы клиент нахер. Настало время работать на себя. Без комиссий и посредников. А если искать нового покупателя, надо же знать, что я продаю. Твою мать! Тут написано Арасака. Мы обворовали очень крутую корпу. Значит, заработаем крутые деньги. Ну, мамец! Игуана! С каких еще антильских? Передачу видел. Этот вид вымер 30 лет назад. Он водился на малых антильских островах. Далеко же тебя увезли, хвостатая моя. Думаешь, на ней можно заработать? Конечно. Нам обоим хватит надолго. Нам? Да, напарник. Бабло пополам. Но хороший фиксер быстро сбагрит это чудо богатому еблану. Жалко будет ее отдавать. Всегда хотел зверушку. Я уже и имя придумал. Мэнни. Да, кстати. Уже есть идея, чем собираешься заняться в Найт-Сити? А почему ты спрашиваешь? Мне просто кажется, у тебя много времени, которое некуда потратить. А в Найт-Сити в любом случае без друзей придется несладко. Да ладно, не ссы. Я найду для тебя угол. Надо же тебе где-то жить. Всегда хорошо, когда есть те, кто поддержит. Семья там, например. Может, и ты свою найдешь в Найт-Сити. Спасибо, будет круто. Да ладно, ерунда. Мы же одного поля ягоды. Я бы поработал с тобой еще, напарник. Эй! О, какая она ласковая. Ладно, напарник. Берем ящерку и валим отсюда побыстрее. Привет, привет, Найт-Сити! У микрофона Стэнли, и мы с вами встречаем очередное незабываемое утро в городе мечты. Честно, я люблю Найт-Сити как родную мать. Правда, это такая мать, которая отдает тебе приют, а потом останавливает на улице и спрашивает: закурить не найдется? Каждый день сюда приезжает по 100 человек. Правда, через год от них остается только половина. И это если год был хороший. Зачем же они едут в Найт-Сити? Конечно, чтобы стать уличными самураями, как Морган Блэкхенд и Уайланд Бобо. Как говорится, чем выше риск, тем больше награда. Но выше лиги люди обычно не задерживаются. Чем быстрее ритм твоей жизни, тем быстрее ты выгораешь. И тем больше шансов поймать пулю. Сами знаете, где сейчас большинство легенд Найт-Сити? На кладбище. К счастью, тут всем абсолютно насрать, с чего ты начинал и откуда приехал. С
Самое главное, какую дорогу ты для себя выбрал. Это Найт-Сити. Город мечты. Наша пропавшая Чика где-то в этом здании. И те, кто ее похитил, тоже, скорее всего. Смотри в оба. Слышишь, Ви? А, кстати, у меня есть подарочек. Мелитеховский обучающий чип. На случай, если захочешь освежить знания, так сказать. Как насчет небольшой виртуальной разминки? Давай, хуже не будет. Начнем с курса базовой боевой подготовки. Этот сеанс будет записан и подвергнут оценке. Этот курс разработан для оттачивания основных боевых навыков и тренировки рефлексов. То, чему вы здесь научитесь, поможет вам выживать и даже побеждать на поле боя. Я расскажу вам, как эффективно стрелять, скрытно передвигаться и взламывать локальные сети противника. Мы в Мелитехе. Мелитех шифрует все через жопу. Зато муштровать их там начинают, видимо, с детства. Так, а теперь на позицию, бля! Пошел, пошел, пошел! Сейчас ты выложишься на этом фашистском празднике жизни. Сейчас будем проходить курс учебной стрельбы. Ничего сложного, обещаю. Я знала, что у тебя проблем не будет. Что ж, неплохо. Но учти, в реальном мире у мишени будут пушки. Что ты стоишь? Беги в укрытие. Тебя подбили. Если хочешь выжить, доставай реаниматор. Дальше у нас по списку взлом. Сразу скажу, я кое-что поменяла в учебном материале. Ну что ж, в этом модуле объясняется, как применять технические средства в боевой обстановке. Господи, попробуй аккуратно хакнуть экран, чтобы отвлечь охранника. Гребаные корпораты. Торжество формы, блять. Хорошо, теперь устрани его по-тихому. Ну все, он твой. Устраняй его. В нашем деле главное не оставлять никаких улик. Особенно человеческих. Подними этого чувака и спрячь куда-нибудь. Алгоритм Мелитеха дал тебе высокие баллы. Есть еще модули, чтобы потренировать другие навыки. Или можно закруглиться, если хочешь. Только учти, на улицах никто не будет тебе подсказывать и прощать ошибки. Окей, дальше у нас продвинутые приемы боя. И на этом будем закругляться. Сейчас будешь знакомиться с врагами в рукопашном бою. Ты прошел путь дебилов, мой юный ученик. Мне больше нечему тебя научить. Настало время пройти последнее испытание. Теперь перейдем к холодному оружию. Бери меч. Ах!
удачи, Ви. Ну как? Понравилось? Можем заняться настоящим делом. Алло? А как и сказала, как лучше выполнять этот заказ? Я тебе не мама. Тебе платят, ты и думай. Работа легчайшая. Я готов. Лифт. Пошли. Цель Сандра Дорсет. Ее биомон пару часов как пропал с радаров. Похоже, ее похитили. Возможно, она уже мертва. Не знаю, успеете ли вы. Успеем ли мы, Бак? Я понимаю, ты не расхаживаешь тут с нами. Но мы все равно одна команда. Команда. Как мило. Успокойтесь уже оба. Мы почти на месте. Слышишь, Бак? Соберись. Номер 1237. Цель должна быть там, но я не вижу ее биомона. Хоть бы она была жива. А, ненавижу играть в спасателей. Но не тормозите. Сможешь обойти защиту. Мы что, опоздали? Ви, глянь, это она? Наша цель? У Сандры Дорсет корпоративный иммунитет второго уровня. Она девочка из высшей лиги. А у этой зототеховские подделки с черного рынка. Такие в любой подворотне ставят. Это не она. Ищем дальше. Не спать. Тут еще Бендахос. Убери его по-тихому. Тише. Красава. Сам бы лучше не сделал. Еще никогда не работали. Не совсем в моем. Стиле, но все равно топ. Блять, господи боже. Пиздец, Ви. Меня сложно напугать. Я всякое повидал. Но это... У меня внутри все переворачивается.
Такое творит с людьми. Они тут все ебанутые. В пизду такие заказы. Телохуру порми матре. Это она. Наша цель. Мы успели? Она жива? Сейчас проверим. Ви, подключись к ее биомону. Проверим, что с ней. Выглядит она дерьмово. Она лежит в ванне, еще с одним телом. Их кинули, как куски мяса. Соберись, Ви. Если ее спасут, она ничего не вспомнит. Будет маленький шрам в подсознании, и все. Я слышал, те, кто такое пережил, страдают от приступов паники, хотя не знают почему. Пьешь такую холодную воду и раз, руки начинают трястись. Ви, подключись к биомону, проверим, что с ней. Подключаюсь. Сандра Дорсет, NS570442, платиновый статус в травме. Платиновый? Бля, к ней по первому чиху должны были приехать. Видимо, что-то блокирует сигнал. Могли ломануть биомон, поменять прошивку, запустить нейровирус. Караху, Тибак! Это тебе не вип-клиника! Тут ванны со льдом и крюки с топорами! Значит, это что-то простое. Есть мысль. Проверь, в нейропорте нет щепки? Если есть, выдергивай, она заглушает сигнал. А это безопасно? Может, просто ее вынести? Она еле жива, ты хочешь ее угробить? Если есть внутреннее кровотечение или что-то еще, монитор это отловит. Вытаскивай щепку. Да, есть чип. Сейчас выну. Проверь биомон. Что-то поменялось? Здравствуйте, Сандра. Если вы в сознании, лягте на бок. Ожидаемое время до прибытия скорой помощи к месту вашего положения – 180 секунд. Монитор сказал, травма будет через 3 минуты. Ваш страховой тариф покрывает 90% стоимости транспортировки и лечения. Попроси-то. Вынимай ее из этой херни. О, блядь! Она уходит! Ви, что у вас там? Не молчи. Только этого не хватало. Джеки, инжектор! Лови, эссе! Ну, вроде... Вроде помогло. Фуэра, эссе! Выноси ее отсюда! Крысы побежали с корабля. Наверное, засали связываться с травмой. Т-133 к центру. Получили пациентку NS570442. Ввели стимуляторы. Допамин 70 миллиграмм. Все, уходим отсюда. Лифт едет прямо на парковку. Круто. Где бы руки помыть? Так, ухожу из эфира. До скорой встречи. Слушай, Мано, тут вот какое дело. Можно взять твою тачку? У меня свидание с Мисти. Не на метро же мне ехать. Буду выглядеть как абсос. Да бери, конечно, Джек. Только сильно не привыкай. Ты прямо мой спаситель, Ви. Что, может подбросить тебя домой? Ну давай. Я все равно устал. А, чуть не забыл. Позвони сейчас в Акака. Дай ей знать, что работа сделана.
Ви, как все прошло? Клиентка жива-здорова? Конечно, жива и здорова. Мы же на это и договаривались. Замечательно. Твое вознаграждение ждет. Приходи, забирай, когда захочешь, хоть сейчас. Но мне кажется, сейчас тебе больше всего хочется домой. Правда, Уотсон отцепили. Везде полицейские кордоны. Если хочешь проскочить, придется поторопиться. Спасибо за инфу. Я к тебе скоро заеду. Говорят, копы оцепили Уотсон. Если я не хочу ночевать где-нибудь под забором, надо сваливать отсюда на полной скорости. Положись на меня, Мано. Я поведу. Нет, Ман, это не обычный город. Морган Блэкхенд, Эндрю Уэйленд, Адам Смашер. Тут рождаются легенды. Черт, жрать охота. Заскочим куда-нибудь. Ты как? Джеки, Уотсон блокирует. Ты не забыл? А, точно. Блин. Кажется, или... Так я и знал. У нас на хвосте висит фургон. Тим Гадлви. Мне нравится это. Совсем не нравится. Это они! И Коста Пута! Дави на газ, Джеки! Давай, Вис! Чингада Матре! Не могу! Веди нормально! Портил я вид твоей малышки. Прости, Ви. Ничего, потом разберемся. Надо сначала вернуться домой. Черт, они явно решили не мелочиться. Уотсон блокирован, пока не будет дальнейших распоряжений. Меры безопасности. О, мадам! Какое счастье, что мы вас встретили, офицер. Серьезно? А что во мне такого особенного? У вас доброе сердце. Только тот, у кого доброе сердце, поймет, как сильно я хочу вернуться к своей девушке. Да ладно, к своей девушке? Ну да. Она с ума сойдет, если я к ней не приеду. Я обещал ей, что буду образцовым парнем. Она дала мне шанс, понимаете? Жаль, что так вышло. Да сами смотрите. Не идеальный гражданин, но, по-моему, вполне достойный. Пусть едут. Больше никого не пропустим. Ладно, проезжайте. Большое спасибо. Хорошего вам вечера, мадам. А ты ей понравился. Моя неподдельная искренность тронула ее сердце. Да. А что, я верный, дорожу отношениями. А главное, скромный.
Даже? Хопер, ты глянь, Вей. Тут все серьезно. Стреляй давай! Похоже на обычную облаву. Так потому что это не обычные копы. Это Макс Так, охотничьи псы нашей полиции. Их вызывают только когда ситуация выходит из-под контроля. Хотя вот эти мужики им так на один зуб. Все, спектакль окончен. Просто не надо было нарываться. Увидимся. Передай привет Мисти. Передам. Ай, Луэго. Забыла сказать, у знакомого нетранера для тебя кое-что есть. Пересылаю контакты. Хвала тебе, небесный наш отец. И наша вторая гостья Карина Ли, ведущая популярного шоу «Чипуйся». Активная сторонница кибернетических имплантов. Ну, как жизнь, красотка? Не жалуюсь, Зиги. Спасибо, что позвал. Итак, сегодня я хотел бы обсудить с вами самые редкие пользующиеся спросом имплант на рынке биочип от Arasaki. Но для начала нам все-таки стоит ввести наших зрителей в курс дела. Карина, что такое биочип вообще? Можно одним словом? Одним словом? Пожалуй, бессмертие. Бессмертие? Неужели? Именно так. Ведь в биочип можно полностью перенести сознание умирающего. По сути, это мобильное хранилище человеческой души. Этот человек никогда вас не покинет. Всегда будет рядом вместе с вашим собственным сознанием. Вы так... Дитя, задумайся на мгновение, что ты говоришь? Ваш биочип — это скверна, которая питается человеческим горем. Противоестественное зло! Золотой телец, рожденный ложными пророками. Arasaka говорит о сохранении души. Но все, что они могут гарантировать, это бездушный, бессердечный алгоритм, вещающий голосом покойника. Эта технология станет еще одним инструментом неравенства и коррупции. Доступ к ней будут иметь лишь богачи и сильные мира сего. И они заплатят абсолютно любую цену за возможность так называемого бессмертия. Ну, вообще-то да. Корпорация Arasaka ограничила доступ к биочипу для того, чтобы... Ваше обещание — ложь! Злонамеренная ложь во имя стяжательства! Да уж, это сильно. Простите? Лживые обещания, жадность, жажда власти. Знаете, мне это напоминает палить... Что? Как вы смеете? Разве вы не обещаете загробную жизнь? Не берете со скорбящих плату за похоронные ритуалы? Может, ваше преподобие боится здоровой конкуренции, а? Ах, конкуренции? То есть, по-вашему, все в этом мире можно оценить? Измерить, рационализировать. А разве мы не правы? Мы можем создать искусственный мозг, сформировать новое сознание. Но скажите, зачем? Что это нам даст? Неужели мы, жители Земли, станем от этого хоть немного счастливее? Вы заявляете, что биочип дарует вечную жизнь.
Но все, что вижу я, лишь вечные страдания. Не отпуская человека, мы создаем иллюзию его постоянного присутствия. А вы что думаете? Кто же прав? Может, мисс Ли, а может, преподобный Колвер? Здесь решать вам. Отправьте сообщение Ли или Колвер на номер 7892, чтобы отдать свой голос, и укажите свое имя, если хотите выиграть билеты на плей. Сидите! До встречи, Найт-Сити! Пока! Да блин, опять ворота заело. Мы уже два раза за ремонт платили. По-моему, нас наебывают. Надо будет сказать пару слов начальнику.